У меня здесь небольшие покупки. Сейчас забежала в Магнит Косметик. На акциях был вот такой лак для волос. Я обычно беру Вэлла, который Вэлла Флекс, но он что-то дорогой больно стал. 250 рублей на скидках. Обычно по 190 он был. Вот этот за 209, по-моему, он вышел. Взяла вот такой гель для бровей Стеллари, который уж больно все нахваливают. Но я сейчас попробовала, не знаю. Мне вот это и сняла. Прям не нравится. Зачем столько клеят? Что-то как-то это непонятно. Потому что у меня вот есть вот такой вот. Это воск идет. Он прям вообще крутой. Мне прям нравится. И по цене он экономный. Ну и по цене точнее нормальный и экономичный. Но что мне не нравится, хоть я немножко наношу его на брови. И он такой вот светлый, как оттенок, придает бровям. Вот как будто пепельный цвет. Застывает немножко, если переборщить. Конечно, с ним поаккуратнее надо. Но он так-то хороший. Стоит там 100 с копейками на Валберсе. Так, взяла крем для рук. И вчера забрала посылку с Алиэкспресса. Я заказывала такие беспроводные, как их, наушники. Послушала. Они, по-моему, стоили 870 рублей. Применила купон на скидку. И они стали в 570. Послушаю, за такую цену вообще нормально. Посмотрите, на сайтах много, даже есть и за 300 с чем-то. Но я подписана на девушку в Инстаграме. Она, видать, с Алиэкспрессом сотрудничает. И вот она это. По совету, как говорится, блогера, я взяла такие наушники. Ну, неплохие, нормальные. Такое качество, как вот в айфонах. Обычные наушники, звучание такое же. И взяла вот, у меня сумка есть, я ее покупала 3 года назад в этом, в Ральф Рингере, кожа натуральная, но у нее ручка длиннющая, и мне неудобно было. И вот я заказала такую на Алиэкспресс ручку, она, ну, немножко отличается, она, конечно, не натуральная, хотя там было написано натуральная, и вот здесь такой залом небольшой, мне не нравится, но в руках не видно, тоже ручка, что-то 250 рублей, по-моему, так что теперь... На работе даже не поняли, что у меня что-то не то с ручкой. Подумали, что я ее просто укоротила. Сумка хорошая, мне нравится, и вот ручку. Мне, конечно, лучше было бы, чтобы ручка вот так шла. Но не было, к сожалению, тогда взяли, купили эту сумку. Она хорошая, но в плане того, что гладкая кожа, на ней одни царапины. За 3 года одни царапины. Но она вместительная. И все помещается у меня. Телефон... Там, если для личной гигиены у нас раз в месяц. Как бы, ну, вместительная такая сумка. Так что такие... Так, заезжали мы в торговый центр, я зашла в Зару. Сейчас же там идут распродажи. Вот такую футболку, как бы, лонгслив на пуговицах взяла я за 500 рублей. Он такой серо-бежевый, грязный, наверное. Потом взяла вот такую футболку за 400 рублей. Все смотрим артикулы. Кстати, вот эта футболка еще есть на сайте. Во всех, по-моему, размерах. Вот эти футболки я вообще не мерила. Вот взяла S-ку, а до этого я мерила M-ку. Как-то по осени. Ну, притык, но я думаю, что растянется через несколько стирок. Вот это знал бы, еще бы, наверное, взяла. Также взяли мужские шорты. Представляете, вот эти шорты стоят вот летом 2-300, а сейчас взяли за 600 рублей. Кстати, размерная сетка в магазинах вся практически представлена. Ну, самые ходовые. На сайте уже вот 32-го-то вот нету. А так остальные все есть. Которые я свои шорты брала голубые за 1,5 по скидке. Так они были тоже 2-300. Также цена 600 рублей. Ну, как бы меня сильно не расстроило из-за того, что уже моего размера не было. А так вот прям это... Ну, обидно, что 600 и 1,5 тоже на скидках. Потом зашла в Зарину и купила такой ремешок себе. Так, он по цене был 400, но почему-то на кассе он у меня за 300 пробился. Не знаю, с чем это связано. Может, ценники не успели поменять. Ну, неплохой ремешок на сезон, на год. Думаю, что хватит. Конечно, тут такой залом уже приобрезался. И зашла в Love Republic. Посмотреть, что там тоже на скидках. И вот купила замшевые перчатки. Кстати, натуральные замши. И знаете, за сколько? 600 рублей. Хорошие перчатки. Я смотрела еще в Мохито, там натуральная кожа была, перчатки за 1000. Но что-то я не знаю, думаю, на зиму надо что-то чуть-чуть потеплее. И вот взяла такие за 600. Хорошие, качественные перчатки. А по-моему, без скидки они стоили 2000. Так что вот.
Такие у нас покупки так, были. Так, зашли в спортмастер, купила такую сумку спортивную. Так, по цене она у нас идет 700 рублей. Если хотите нам бассейн, купила шлепки также в бассейн. Так, они шли за 500 рублей, да. Так, брать на размер больше, можно даже на 2, я померила. Ну, неплохо. Ну, как-то... Сейчас, секунду. Ну, неплохо. Ну-ка, да. Сейчас. Чик-чик-чик-чик. Вот какие-то потурки. Ну, вот, сколько ношу, 39, это 40. И взяла в рыбике. По скидке. Мне понравилось. Так, вот такая она идет. Так, здесь надпись Reebok, Нью-Йорк. Блин, так, в размере XS я взяла. Диск уже больно большая стала. А на обороте у нее вот так. Понравилось сзади, как смотрится. Такая. Так, по цене. Так, 50%. И по стоимости, вот, видим, 53%, типа. Прикольная. Собашка. Забрала заказ в Wildberries. Заказала такие мужские футболки. Первая такая идет в размере M. И такая из твоей коллекции обычная. Хлопок. Так, они, по-моему, тоже, да, это твое. Бренд, да. Что хочу сказать. Если у вас молодой человек, там, муж носит размер M, то смело берите L-ки, потому что эти футболки, они маломерят. Ну, я уже в курсе, такие уже не первый раз беру. Вот, а так хорошие. На сезон хватает носить. Приятная ткань. Здесь такая не нашивка, а как наклейка, но я думаю, что при стирке не повредится ничего. И вот мне тут на Новый год подарок делали Клоранс. Я его решила попробовать. Это крем идет как база. Так, матирующая база под макияж, маскирующие морщины. Не знаю, по поводу морщин, наоборот, мне вот вокруг глаз, в конце дня, точнее, эти морщинки, наоборот, у меня еще больше появляется от него. Вот если я наношу на лоб, то вообще идеально, прям матирует хорошо. Прям даже небольшие изъяны, как бы выравнивающие, это идет база. Неплохо. И прикупила себе лайнер. Так, а фирма-то какая? А, Люкс Визаж. Это я брала в подружке. Мне, кстати, вообще понравилось. Подводка прикольная вот такой идет. Вот. Супер. Такие покупки.